моя страница. Но все рекорды побил ваш менеджер из гостиницы. Ой, но это... У вас вообще так смешно сейчас, ведь в НАТО готовитесь вступать. И поэтому все говорят окей, окей, надо готовиться. Причем так смешно, вот это окей же, это же невозможно слушать, же, когда окей же. И, а он еще, помимо окей, вообще с америкосов взял манеру употреблять какие-то их слова. А америкосы, когда лифта ждут, лифт проезжает, останавливается на их этаже, а ему надо вниз, америкосу, там открывается дверь, там кто-то есть. Что это спрашивает американец? Даун. Мол, вниз. Даун и едет. Ваш вот этот окей же. Стоял на третьем этаже. Стоял же нормально. Открываются двери. Там нормальный донецкий пацан ездит. А он его спрашивает, даун? Тот говорит, я тебе, сука, даун устрою сейчас.